Здравствуйте, дорогие мои зрители и подписчики моего канала. Сегодня мы поговорим о подкормке огурцов для хорошего урожая. Первую подкормку огурца производим в фазе 2-3 настоящего листа. Под корень мы вносим корневой стимулятор Радифарм из расчета 15 мл на 10 литров воды. Через пару дней опрыскиваем огурцы по листу Плантафолом с формулой 10-54-10. Вторую подкормку огурца производим в фазе 4-5 настоящего листа. Под корень мы вносим универсальное водорастворимое удобрение фирмы Амко с формулой 20-20-20 из расчета 1 столовая ложка на 10 литров воды. Под каждый куст огурца вносим 0,5 литров удобрения. Через 5-6 дней под корень вносим кальциевую селитру из расчета 1 столовая ложка на 10 литров воды. Под каждый куст огурца вносим 0,5 литров удобрения. Спустя пару дней после корневых подкормок мы даем листовую подкормку удобрением Брексил Микс из расчета 1 столовая ложка на 10 литров воды. Третью подкормку огурца производим в фазе цветения и плодоношения. В период бутонизации под корень мы вносим гумат калия из расчета 15 мл на 10 литров воды. Под каждый куст огурца вносим 0,5 литров удобрения. Через 7 дней под корень вносим водорастворимое удобрение фирмы Ампо «Урожай» с формулой 12-12-36. Из расчета 1 столовая ложка на 10 литров воды. Под каждый куст огурца вносим 0,5 литров удобрения. Спустя еще 7 дней под корень вносим монофосфат калия из расчета 1 столовая ложка на 10 литров воды. Под каждый куст огурца вносим 0,5 литров удобрения. А я вам желаю, дорогие мои зрители и подписчики моего канала, хороших и обильных урожаев. Всем пока-пока!